У курян появится возможность завести универсальную электронную карту, с помощью которой можно будет оплачивать счета, а также использовать ее как удостоверение личности. Одним из учредителей этого государственного проекта является Сбербанк. С его представителями глава региона подписал соглашение о сотрудничестве. Проект «Универсальная электронная карта» реализуется под контролем Министерства экономического развития Российской Федерации. Кроме нее в регионе появится единая квитанция для погашения коммунальных платежей, штрафов и оплаты различных услуг. Принимать ее будут все банки, работающие на территории региона. Здесь, в Курской области, очень хорошо построена платежная дисциплина. Граждане платят напрямую тем, кто оказывает им услуги. И значит, они могут быть уверены в том, что их деньги попадут по назначению за качественно оказанную услугу. Нам очень хотелось унифицировать этот процесс, чтобы действительно помочь людям, а заодно облегчить и работу ресурсопоставляющим организациям, получая полную оплату за те услуги, которые они оказывают. Первыми пользоваться новыми платежными квитанциями начнут жители областного центра, а затем и районов.